Участок около деревни Ламы в 13 гектаров будет освоен в ближайшее время. Сегодня путем проведения голландского аукциона в Москве определился застройщик. Условий для участия в аукционе было немного. Начальная цена торгов – 26 750 рублей за квадратный метр площади. Заявку подали только представители общества с ограниченной ответственностью «Ивановская энергетическая компания». Теперь это ООО имеет право заключения договора безвозмездного пользования землей сроком на 3 года. Напомним, на этом участке по условиям фонда РЖС и правительства региона должен быть построен жилой комплекс эконом-класса из 100-130 домов, часть которых рассчитана на многодетные семьи. Сумма инвестиций в проект по приблизительным расчетам превысит 260 миллионов рублей.